Вдоль административной границы Кабардино-Балкарии будет проходить внешний периметр безопасности Олимпийских игр в Сочи, сообщает сегодня газета «Известия». Главная угроза безопасности игр исходит от бандитского подполья на Северном Кавказе, отметил министр обороны Сергей Шойгу. Армейский спецназ прикроет обширный горный район, примыкающий к Сочи с востока. Патрулировать будут горные проходы, перевалы и ущелья. Периметр по Большому Кавказскому хребту от Красной Поляны до административной границы между КЧР и Кабардино-Балкарией считается самым сложным. Прикрыты будут большой туристический район при Эльбрусе, Архыз, Тиберда. Помимо противодействия возможным вылазкам террористов, спецназ должен нормализовать сложившуюся ситуацию в регионе, сообщает «Известия».